Ансамбль «Сиспель» сохраняет традиции чувашского народа и дарит яркие эмоции уже на протяжении 2 лет. Галина Петрунина – руководитель ансамбля и генератор идей в коллективе. Она не только составляет программы и организовывает выступления, но и сама выступает на сцене. В репертуаре фольклорной группы чувашские и русские песни. Многие из них исполняются в современной обработке. Мы занимаемся тем, что восстанавливаем народные традиции, песни, культуру чувашского народа, чтобы люди, кто забывает свой язык, помнили о том, что свою культуру нельзя, корни свои нельзя забывать, надо помнить об этом всю жизнь. «Кемель Саса» в переводе с чувашского «Серебряный голос». Так называется национальный фестиваль-конкурс, который проходит уже 18-й раз. Он собирает творческие коллективы со всего 63-го региона. Жюри на конкурсе оценивает не только исполнительское мастерство, артистизм, художественный и профессиональный уровень программ, но и оригинальность костюмов и постановок. Но главная задача фестиваля, отмечают организаторы, – сохранение чувашской национальной культуры. Как раз мы и созданы, наверное, Богом для этого, чтобы не забывать свои традиции. Это как и так, забыть свои традиции? Нет, конечно, ни в коем случае. И напутствие детям малым, чтобы и дальше продолжали нашу работу. Фестиваль прошел при поддержке администрации Самары. Мероприятия, которые призваны в первую очередь содействовать объединению людей, объединению различных коллективов, передача творческих задумок. Таким образом, можно сказать, что сегодняшнее мероприятие является той первой весенней ласточкой, которая открывает цикл мероприятий, проходящих на протяжении всего года. Сейчас самарская организация «Чуваши» готовится к самому главному весеннему празднику «Акатуй», который посвящен земледелию. По традиции он пройдет в сквере Высоцкого. Мария Елчан, Николай Епифанов. События.